Сорт томата почти голубая кровь. Это раннеспелый, высокорослый экзотический сорт томата от селекционера Тома Вагнера. Он рекомендован выращиванию в открытом грунте и в теплицах. Куст у этого томата мощный, короткие междоузлия. Высота растения в огороде 1–1,20 м, в теплице бывает чуть выше. Требует подвязки к опоре и посынкования. Лучше формировать куст в 2 стебля, но также можно вести в 2, 3, 4, кому как удобно. Плоды собраны в кисти по 6-8 штук. Томаты вот такие вот округлые, гладкие. В стадии технической спелости они истинно черные. Когда созревают, становятся черно-розовыми, красными. Вес одного томата 110 грамм. Сейчас разрежем этот плод, посмотрим, какой он внутри. Вот такой он в разрезе, очень сочный, мякоть розово-красного цвета. Вкус у этого томата сладкий, мягкий. Этот сорт хорошо подходит для употребления в свежем виде, а также можно применять его при домашней консервации.